Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлева состоялась форсайт-сессия «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в контексте модернизации педагогического образования». На ней обсуждался ряд вопросов, касающихся подготовки учительских кадров нового поколения. Активные участники, руководители и работники образовательных организаций Чувашии в формате форсайт-сессии они обсудили перезагрузку педагогического образования. Речь идет о выработке совместных действий при решении стратегических задач. Их несколько. В числе основных – сохранение педагогического потенциала региона. Молодые талантливые выпускники вуза, безусловно, должны строить свою карьеру здесь. А основа профориентации закладывается в школе. Мы посмотрели, наверное, глазами сегодняшнего школьника с точки зрения открытия классов, профориентации и выстраивания индивидуальной траектории формирования и воспитания личности, начиная с выявления в школе его направлений, и вот даже педагогические классы, заканчивая сопровождением педагогический университет, встает рядом работодатель. Это директор школы, который выявляет этого ребенка. Мы все вместе помогаем, чтобы он выбрал профессию и остался у нас, потому что мы видим, что это должна быть хорошая система. У нашего педагогического университета накоплен огромный опыт обучения учительскому мастерству. Инновационные методики, современные лаборатории выводят процесс подготовки учителя на совершенно новый уровень. Из стен первого вуза Чувашии выходят настоящие профессионалы. Каждый ребенок, конечно, должен быть счастливым, а счастлив ребенок только тогда, когда повезло ребенку на учителя, хороший учитель. Потому что учитель – это все для будущего ребенка. И вот в этой связи, наверное, для педуниверситета это событие сегодняшнее очень важное, потому что присутствие директоров школ, присутствие Министерства образования Чувашской Республики, мы вырабатываем совместные действия, как взаимодействовать со школами, должен взаимодействовать со школами педуниверситет, чтобы из стен вуза выходили достойные учителя. Сетевое взаимодействие становится необходимым механизмом. Оно помогает выработать коллективное решение по ряду важных вопросов, согласовать позиции школ и вуза и двигаться дальше в сторону повышения качества образования. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика.